И они же все несут. И вы представляете, сколько живых существ? Много-много-много. И он с каждым индивидуально свои отношения. Потому что вот вы никогда не думали, мы подходим все к алтарю, начинаем молиться. Вы уверены, что он вас слышит вообще? Не уверены? Ну так, а что обращаетесь? Значит, чуть-чуть уверены, да? На всякий случай, да? Представляете? А он же всех слышит индивидуально. А индивидуально. Никто из нас не сможет слышать всех индивидуально. Даже я вот на вас приходится вот туда голову повернуть, сюда голову. У меня не хватает, понимаете, голов, чтобы на всех вас смотреть. И точно кому-то не нравится, кому-то нравится. Я потому что не Кришна. Но Кришна со всеми индивидуально вот так вот может делать. Да, лично для каждого.